Всем привет, друзья! С вами Денис, и сегодня поиграем в Super Craft Bros на сервере Mineplay. Вот, друзья, мы перешли с вами к первой каточке. Так, сейчас игра начнется. Давайте выберем кит. Майнера. Давайте майнера. Давай, начинайся, игра. Так, поехали. Вот как раз тут Блейз у нас. Ха, я его убил. Так. Здорово, друг, ты опять тут? Пока. Так, теперь надо ждать другого. Или не надо, или он опять тут появится. О, опять. Че, дружище? Конец тебе будет со мной. Он уже побежал, я же говорю. Пока. Звезда есть у меня. Так. Давай, появляйся тут, я хочу тебя убить. Чё ты убегаешь, а? Так, мы его убили. Чё лучше, моя кирка или меч? Попробуй-ка я драться мечом. Чё он тут устроил? Кто во всём в этом виноват? Кто значит? Я ищу, другого бью. Так, ну давай появляйся тут. Странно, я такой кит не видел. Так, ну где, как так? Я не понимаю, друзья. Надо его завалить, чтобы он этих скелетов больше не возрождал. Че, его убили? Молодец, друг, ты его убил. А, он тут специально хочет, там же вроде все такое много места. Увы, не получилось, дружище. А, все, мы с ним один на один остались. Понятненько. Пока, дружище, еще раз. А вот как он, да? Хотя ладно, не буду писать. Чё, годен один, чувак? Ладно, теперь я понял. Просто будем ждать.
ждем. Я прошел. Так, один упал. Да, он как крыса. Так, давайте, друзья, найдем, как же его победить, этого крысу. Ну, или не крыса, или как он там. Как же его победить? Один на один. Надо его вызвать, как-то поймать. Как же так? Ладно, давайте просто ждать. Давайте бегать, поиграем тут. Будем бегать. Ждать кого-нибудь. Что же нам, друзья, делать? Вот как думаете, что нам делать? Как же нам его победить? Что же нам, друзья, с вами делать? Ты боишься меня? Так, может, я пролистаю этот момент. Так, давайте нажму па. Так, друзья, мы просто дождали время. Просто тут АФК был, никто не выиграл, как вы знаете. Давайте приступим к... Хотя нет, я думаю, можно заканчивать. Как же, блин, жалко, что я не победил. Ну, бабы есть бабы. Ладно, друзья, если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Денис. Всем удачи. Всем пока.